Добрый день, будем производить распаковку такой сумки. Сейчас одной рукой неудобно, будем тормозить, потом опять включать. Вот, ножичек приготовили, начнем. Так, ну что ж, первый слой снят. Вот тут слоев, я так понимаю, будет еще будет. Попытаемся распечатать так, чтобы не попортить ценный экземпляр. Дальше поехали. С какой стороны? Ага, вот. Ножичек в помощь. Раз, и с этой стороны. Вот, не видно. Пупырки, да, вклеёночки, да, пусть-леточки. Раз. Так, 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 здесь, где мы ее откроем? Ага, вот она. Достанем кожаный портфель. Вот, что мы имеем? Два карманчика, да? Ага, на магнитике. Прекрасно. Магнитные магнитики есть. Дальше, что это? Ручки, кожаные ручки такие нормальные. Ну, прям чемодан как правительственный. О, замочек. Что у нас в замочке? Ну, рука залазит. Что-то положить можно. Так, открыть нужно здесь теперь. Посмотрим, что внутри. Может, там какие-нибудь китайцы каких-нибудь китайских денег положили. Опа. О, китайцы прислали немножко китайского воздуха. Такой китайский пакет. Воздушный. Чтоб полнее была сумочка. Ладно. Что-то внутри еще лежит. Опа, ремешочек. Можно через плечо носить. Ремешочек с карабинчиками такими красивенькими. А как оно здесь выглядит? Сейчас мы посмотрим. Так, все добротно. Что внутрях? Сейчас мы попытаемся засветить, что внутрях. Что внутрях внутри. Раз, карманчик отдел отдельный, вот, с липучечкой. Возможно, папка для документов. Здесь для всякой мелочевки ручки, карандашики, закорючки. Но не на резиночке, так просто. Здесь карманчик маленький. Здесь куча карманчиков для карточек всяких разных. Карманчик тоже для кошелечка, возможно, для денежки. И еще один отдел тут вот на замочке. Ну, попытаемся открыть. Сколько там места? Ну, там почти нормальное место. Ой, плохо видно. Ай-яй, не получается. Здесь и вот так вот у нас здесь. Насколько оно кожаное, судить не могу. Ну, похоже, фиг знает на что похоже. Похоже, кожа. Кусочек у нас есть вот такой. Мне кажется, что вот это здорово отличается от вот этого. Даже по цвету.
хотя может и кожа. Вот такое чудо, чемодан. Спасибо за внимание.